10 лет назад мы, кровавые вороны, уничтожили демона Улькаэра, положив конец его стараниям по превращению субсектора Аврелий в гниющий космический ад. Мы думали, что наша победа знаменует окончание войны в секторе. Мы ошибались. Новые демонические набеги безжалостно заражают планеты Сектора, Аврелию, Тифон, Калдерис и Меридиан. В ответ в Секторе была развернута Имперская Гвардия, молот Императора, чтобы защитить его, обезопасить. Но число вторжений лишь росло, и ситуация осложнялась бунтами и потерей рассудка в рядах Гвардии. Теперь Сектор беззащитен, разорен постоянной, бесконечной, беспрестанной войной. Мы — космодесантники. Мы — кровавые вороны. Мы должны действовать, но вместо этого мы воюем друг с другом. Азарий Кирос, магистр и главный библиарий нашего ордена, объявил героев Аврелии ренегатами. Теперь за нами охотятся наши же братья, не знающие о его тайной преданности Улькаэру. Магистр ордена, запятнанный хаосом, ополчение, искалеченное беспорядками и бунтом, демоны, ренегаты, сектор, которому ведома лишь война. Терпение Империума лопнуло. Для Сектора возможно только одно решение. Решение, с которым я знаком не понаслышке. Ордо Маллиус на подходе. Святая Имперская Инквизиция. Их огромные корабли несут боеприпас для выполнения экстерминатуса, очищающего все планеты Сектора от жизни, ксеносов и людей, виновных и невинных. Но все еще жив враг, которого когда-то считали уничтоженным. Миры субсектора Аврелий все еще несут на себе шрамы вторжения тиранид. Предполагалось, что флот тиранид рассеян, а выжившие твари одичали и стали неуправляемыми. О них забыли, и они затерялись в темных уголках наших миров. Когда тираниды оправились от удара и стали набирать силу, сверхразум Улья вспомнил о забытых детях. Тиран Улья пробудился. Он ответит на вызов. Он расчистит путь и приготовится к пиршеству. Биологическое усиление. Мы должны были выжечь заразу на этой планете много лет назад, а теперь взгляните на этот бардак. Но разве я осмелюсь задать вопрос нашим великим и мудрым командирам? Я сделаю вид, что не расслышал его слова. Пусть попробует повторить это в присутствии капеллана. Именно здесь кровавые вороны уничтожили флот Улья. Если быть начеку, тираниды не более опасны, чем зубастые слизни Меридиана. Смотрите, вон там! Что это? Нарушите обычай!
производится биоморф. Усиление завершено. О, император! Какое же громадное это чудовище! Быстрее уничтожьте его! Я считал их безмозглыми тварями! Точка ресурсов захвачена. Отряд хармагаунтов готов. Гниды. Хармагаунты подбегают и наседают в ближнем бою, а в это время термаганты просто стреляют, пока ты не окочуришься.
маунтов готов. Отряд термогаунтов готов. Точка ресурсов захвачена.
убирать потерю. Отряд получил подкрепление.
Точка ресурсов захвачена. Во имя Терры! Неужели мы опоздали? Гнусные насекомые! Идите ко мне! Неужели это конец? Эти твари — непростые животные. Я много лет командовал людьми. Я покрыл себя славой. Только не так. Войска генерала Кастера стали первой, но далеко не последней жертвой нового роя. В течение нескольких часов миллионы тиранид вырвались из джунглей, и вскоре все сторожевые посты подверглись атаке. Инстинктивно тиран Улья перемещается ближе к месту наибольшего сопротивления. Вскоре Тифон падет. Поздравляю с победой! Враги, осквернитель.